Содержание серы в новом виде топлива не превышает и 0,5%, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения судов. Мы провели испытания нового малосернистого топлива РМЛС-40Э, произведенного с Сызранским НПЗ. Определили содержание серы в образце топлива. И анализ показал, что сера у нас получилась 0,4%, что соответствует СТО. Экологичный продукт пользуется спросом как у отечественных судовладельцев, так и у иностранных. С момента запуска продукта компания «Роснефть» уже продала около 112 тысяч тонн топлива. Бункеровка судов новым топливом производства Сызранского нефтеперерабатывающего завода компании «Роснефть» минимизирует негативное воздействие транспорта на окружающую среду. Многоступенчатый контроль выпускаемого продукта гарантирует сохранение его качества. В процессе погрузки идет постоянный контроль взлива в танках, там, контроль за осадками, за устойчивостью судна. И уже когда подходит завершение погрузки, снижается производительность, и уже груз поступает в танки уже медленно. И когда уже выходит на разрешенную осадку, то уже в нефтебазе говорим «стоп». В апреле компания «Роснефть-бункер» расширила географию реализации малосернистого топлива. Кроме Дальнего Востока, судовой экопродукт теперь поставляют в порты Черного моря, Арктического и Балтийского регионов. Елена Малютина, «События».